Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхерт, у нас идет он Слеер, моя любимая игра. Мне написали: Владос, ну ты шо, говорит, ну прочитай, что делать персонаж. Давайте все-таки немножечко официально как-то обдуманно попробуем все делать, обдуманно. Time recharging small shield appeared above the Sirius, это вот женщина Sirius. Так, receiving damage shield change into a ward, providing an invulnerability. Charge 35 секунд. Три чарджа и триггерс на хите. И duration 1 секунд. Понял. End of attack. Wave of energy that has the power to cure or even instantly kill enemies. Slay chance, cure chance, cooldown. Я в принципе понял. Теперь я понял, что этот персонаж делает. Я не помню, осуществлял ли я прокачку, по-моему, да. И сейчас мы с вами попробуем поставить этот модификатор. И посмотреть, насколько балдежно все получится. Мне также написали, что прокачивать. И сейчас я с полным знанием дела сейчас всех победю. Просто проверяйте. Ну, это не точно, если честно. Да, я бы хотел поделиться, что беспроводные мышки — это, конечно, здорово. Но не тогда, когда они внезапно берут и перестают работать. Такое, знаете ли, тоже бывает, и к этому нужно быть готовым. Я вот не был готов. Так, качаем ее. И что-то конкретное. Raven мне не понравился. Так, ну, если честно, я бы взял вот это. Эта штука мне очень сильно контролить поможет, по идее. Опять же, это немножко не точно. Вот, смотри, щит был. Только что произошло, непонятно. Сейчас я получу урон, сейчас проверить хочу. Да, сейчас я получаю. Давай смотреть, как это работает. Так, Фрея, Тор. Честно сказать, ни то не хочу. Вот это, кстати, неплохо. Слушай. Пассив. Не совсем понял. God skill. Has chance to strike multiple nearby enemies. Chance прикольный, кстати. Вот, все, берем Sentinel. Sentinel просто пушка. Мне сказали, дуралей, бери его. Вот, смотри, эта штука. Сейчас я получаю урон. И эта штука активируется. И на секунду делает меня неуязвимым. Все, теперь я знаю, как играть в эту игру. И, скорее всего, я ее без проблем пройду. Вроде профессионально задоджил. Как чемпион. А эта штука может ваншотнуть кого-нибудь, если повезет. Но, скорее всего, мне не повезет. Зная меня, зная себя. Все как всегда. Слушай, я бы курочку взял. А мне курочки не дали. Так. Это мне не понравилось. Кулдаун еще большой. Eldritch Ward is triggered. There is chance to suck in a nearby crystals. Не очень круто. Честно сказать, я бы рерол нажал. Давай возьмем Тора. У Тора прикольные. Health можно взять. А вот это тоже можно. Explosive Nature. Hit the chance to strike multiple. Подожди, а что из этого? Upon taking hit, когда получаю урон. Давай возьмем это. Не знаю, как это будет работать, но 15% выглядит неплохо шанс. Ну, согласитесь, неплохо. Ну, криты нужны. Блин, я, честно, ничего не хочу взять. Ну, давай, ладно, виспы возьмем. Но мне из этого ничего не нравилось, честно скажу. Не могу сказать, что я рад рандому, который нам попался. Но вариантов особых не было. Слушайте, а что-то, по-моему, ничего не получится пройти. Sentinel, конечно, хорошо помогает, но, блин, все равно же двигаться нужно по карте. Тогда будем пытаться фокусироваться на уроне. Надо было баниш еще сделать тоже. Я, кстати, зря не сделал его. Ошибка. Не доиграл. Не дожал, так сказать. Я бы Сентинела очень хотел прокачать, он реально имба. О, плюс курочка. Так, это не элитный вроде бы, он не сдох никто. И на них вроде бы вот этот... Так как бы посмотреть, как на них эффект Кьюрса выглядит. Было бы круто, мне кажется. Так, Фрей, давай Тора, наверное. Godfest, increase health. О, скиллы, почему нет? Почему нет? Возможно, кстати, я фигню взял какую-то. Такое тоже очень может быть. Там у нас секретная награда есть. А сейчас, по идее, неуязвимость будет 2 секунды, потому что 2 стака настакалось. А, причем... Нет,
Получается, это просто каждый стак, зарядка. Понял, понял, прикольный персонаж. Весьма приятный, полезный, удобный, классный. Восхитительный. Нужны хорошие обилки. Так, наверное, Тора возьму. Amorous Animus and Returned Back. Прикольно. Кулдаун небольшой, статикс. Нет, Сандерстон. Слушай. Дамаг 25. Кулдаун быстрее. Давай-ка возьмем вот это, мне кажется, будет поинтереснее. Хотя он, по-моему, рандомно летит. Ну, нормально, нормально, вот завалил, в принципе. И эта штука дала свои плоды. Курочку оставим здесь на будущее. Я надеюсь, он на боссах мне очень поможет. И, похоже, мультистрайк зря я взял. Ну, блин, откуда я мог знать, что это не самый лучший план в моей жизни? Урон начал получаться. Магнит надо бы взять. И скорость атаки еще не помешала бы. Буду с вами честен. Так. Ждем, пока дядя встанет. Делаем на него Cures. Заморозка. Должна непосредственно в нем прокнуть, чтобы она сработала. Непонятно. Да, да, работает. Отлично. Ну, честно сказать, тот забег был получше, на мой взгляд. Несуразно все получается. Давай Тора опять. Мьёльнир, Сандерсторм. А я возьму... Нет, я буду улучшать вот этого Сентинела, потому что Сентинел точно не ошибка. А вот Сандерсторм попробовать было бы тоже неплохо. Так. 33. Не очень. Deal extra damage. Нет. Это очень хорошо. Temporal Trap. Слушай, а можно просто улучшить бонусный дамаг? А давай возьмем. Уже имеющиеся будем грейдить, как мне посоветовали в комментариях. Я комментарии читаю и стараюсь к ним прислушиваться. Не всегда получается, но я очень стараюсь. По идее, когда они заморожены, они будут еще больше урона получать. Various Bless on Mag Duration, Radius. А я возьму лучший подбор. Мне кажется, прикольная схема. И ничего не собрал. Ну я гений, что я сказать. Непризнанный гений. Гений мысли. И требовалось доказать. Так, нормально, слушай, элитников даже почти убиваем. Не супер идеально, конечно, но как есть. А большего нам и не надо. Призраки мощные, опасные, страшные, боюсь их немножко, если честно. Так, ждем дядю. Надо, чтобы заморозка на него прокнула. Вот вроде прокнула. Да, слушай, Сентинел от него просто куски отрывает. Просто убийца мой маленький. 9 секунд до отката. У нас уже следующее тоже начинается или нет? Так, заморозка, ну самое время. Она очень рандомно как-то проклят. Не понимаю, как она проклят, честно не понимаю. Ну да ладно, видимо, не моего ума дело. Так, Тор, Фрея, Тор. А, возьму... Прикольно, но я возьму вот это, хочу посмотреть. Да, вот это хороший бонус, очень хороший бонус. Надо было его, наверное, вместо Мьёльнира брать. Зря я не взял. Ну, уже поздно. Уже поздно. По сундуки пойдем лутать. А сундуки, сундук один. У нас 3 щита есть, что очень приятно. Главное не потратить их впустую. И это у нас... Duration, duration. All damage, critical chance. Давай movement attack speed возьмем. Выглядит неплохо. Жаль, кулдаун быстрее не прокает. Как бы понять, как вот это скилл работает, было бы круто. Пока не понимаю. Слушайте, а Тор получается хороший бонус дает на молнию. В прошлый раз сказали, Валькирию зря я взял. Ну, в принципе, я с вами согласен. Не самое лучшее мое распределение ресурсов, но других у меня нет вариантов. Я просто не очень умный. Пора бы к этому уже привыкнуть. И не осуждать меня слишком сильно. Так, надо поесть пойти, а то что-то я... Все хорошо, но... Поесть я забыл. Сижу, что-то грустно думаю. Так, дамаг.
Кристалл дамаг чанс. Да, возьму просто дамаг. Не факт, что это хороший вариант, другого у меня нет. На 12 уровне нам дают субкласс. Хорошо, хорошо, пригодится. Получается, когда сентинел и заморозка, вообще мега урон происходит. Супер дамаг. Хотя сентинел их как будто не пробивает, что ли. Может быть, конечно, мне кажется. А интересно, есть ли какая-нибудь потом эволюция скилла, например, если 3 раза прокачать того же защитника? Гуардиана, даст ли это какой-то профит в будущем? Вот опять, нет бы вперед заморозку дать. Он дает прям тут. Так, Lightning Nova. А, он level up. Слушай, ну надо брать больше молнии, наверное. Либо Мьёльнира лучше. Все лучше. Мне кажется, это поинтереснее. Она, конечно, реже в 2 раза, но вроде как эффективнее в 2 раза. Хотя Мьёльнир тоже не ошибка. Так, Curse of Winter, пойдемте делать. Этот энкаунтер попробуем. Опять же, абсолютно не факт, что у нас получится и что мы сможем элитного босса финального победить. Но попробуем. Сейчас будет медленный персонаж. Так, мистеры призраки, давайте без фигни, пожалуйста. Нам главное элитника завалить, потом лучников победить. Блин, думал, в щит попадет, но нет. Все пошло очень не кстати. Так, надо лучников выключать из игры, они нам очень сильно мешают. Поднасиранцы делают. Так, защитник, ну-ка, самое время появиться. И помочь мне победить всех. Уж офигеть, не дамажит, конечно. Просто невероятный урон. Там курочка где-то должна быть неподалеку. Мы ее с вами воспользуемся. Так. Так, стоп, а вот это интересно, Мастерс. Это хорошо. Я даже, наверное, лучше вместо Вагнитова. Честно говоря, не повезло. Слушай, я могу поменять? А, ничего не поменялось, я просто просрал рерол. Гений, гений, что и говорить. Слушайте, надо полечиться. А, еще Curse of Winter не закончился, ты посмотри. Давай вот этот. И либо это, либо... Вот это тоже хорошее. Возьму, наверное, бонус на всяких замороженных противников. Против босса будет очень полезно. А с ней, скорее всего, выпадет курочка. Отлично, да. Так, мы прошли. Мы красавчики. Босса качала чемпиона. 2 минуты нужно выживать каким-то образом. Так, я почти хочу до хилок дойти, но что-то это непросто. Золотишко. Если Владос видит деньги, он их берет. Блин, как же не дамажит. С выживаемостью у персонажа тяжело. Дефула. Отлично. Вот по замороженным должен супер уроны проходить. Если я все верно понимаю. Блин, какой же урон они наносят. Просто жесть. Так, я за курицами. Если бы пройти, было бы неплохо. Все хорошо, но куда-то не в ту сторону. Я качаюсь, как всегда. Похоже. Блин, как бы все курицы надо было собирать уж. Ладно, давайте максимум осторожности. Опять же, настолько, насколько это возможно. Ну, тут я еще и сложно сделал этот Evil Dead. А это тоже, знаете ли, не шутки. Так выглядит интереснее вот эту штуку улучшать уже до фула. Посмотрим, будет ли здесь эволюция. Блин, как же больно они делают. Либо нужно не привязываться к местности и просто постоянно делать мувмент. Мне кажется, милишникам проще было и интереснее. Снова в какую-то не ту степь я пошел. Так много всяких разных проектайлов летит. Я не понимаю, это хороший проектайл летит? Или это противник летит? Тоже небольшая сложность есть. Так, ну с сундука может ХП выпасть, если повезет. Нам придется на месте стоять, а это не очень приятно. И не очень просто, знаете ли. Блин, наверное, это ошибка, слушайте. Да, это ошибка. 100% ошибка. Надо выйти отсюда срочно, чтобы пожить хотя бы чуть-чуть. Пожалуйста, не умирай. Ну да, вот-вот-вот, все уже. Только-только движение. Надо где-то хилки искать. Я, наверное, не пойду за сундуком, потому что лучше пожить, мне кажется. В такой ситуации. Каким же... Нет, все-таки получил урон. Блин, мистеры призраки, давайте домой идите.
Не знаю, урона не хватает. Хз, хз. Старался, старался, выбирал все как надо, как гений. А, так. Может взять. Резенвис, раунд. Слушай, вот это прикольно. Заморозка будет, когда вот эта штука щит проявляется. Можно, в принципе, взять было бы. Кстати, вот летают, они вообще, по-моему, импакта не делают. То есть объективно ноль импакта. Блин, как же он мансит? Как же он мансит? По со всей силы. Так, у нас надо эти штуки еще делать. Не знаю, получится ли. Причем эти призрачные противники, они более мощные, более быстрые, более ловкие, более смелые, более умелые. У меня вообще нет никаких шансов против них. А, нет, здесь их надо накормить душами противников. Это вообще непросто. Они что-то ни хрена не сдыхают. Там, понимаете, это вообще непросто. Давай, давай, максимум дамага. Наноси урон, молодой. Хочу, чтобы курочки дали, чтобы полегче жить было. А ее не дали, курочки не дали. В смысле? Где моя еда, мистер? Я хозяйка, как персонаж у нас еще живет. Так, increase duration. Cooldown. Слушай, прикольно, но, наверное, нет. Давай Тора возьмем. Давай Thunderstorm. Получается, я мультистрайк взял зря. Ну, не возьмешь, не узнаешь, нужно ли его было брать, правильно? Так что не считаю, что это была ошибка. Как же Фриз сейчас спас мою попу, вы не представляете. А, да, мистер Призрак нанес гигалиард урона. Неожиданно, было сложно. Так, что по депсу? Кто у нас больше всех нанес? Автоатака 22. Здесь 16. Понятно, получается Сентинел пушка. Ладно. Может быть милишника прокачивать? Не знаю, не нравится что-то мне магичка. Магичка сложная. Как их теперь прокачивать? В берсеркера может идти. Хотя это нелогично. А это тоже нелогично. Давай Тора, что у нее есть? Так, максимум хелс. All дамаг. Хелс реген. Ой, слушайте, а че же я не брал-то? Тогда 100% хочу хелс реген. И, например, у него что можно взять? Дамаг редакшн, а так дамаг. Подожди. For everyone. Наверное, выгоднее for everyone прокачивать. Допустим, хелсы возьмем еще. Дамаг, например, возьмем. Да, тогда и не ошибка, что его прокачал. Ну и в ближайшем будущем еще попробуем поиграть. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Всем добра и удачи. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья и играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра!